Мы вернулись домой, не стали ждать обхода. Вот, а дома, короче, чисто. И хочу выразить такую огромную благодарность Лии. Лия, спасибо тебе огромное за то, что ты вот все эти дни поддерживала и еще и убралась у нас. Спасибо тебе огромное. Вот очень-очень приятно. Котики? Вот сейчас я пойду. Котики, вы скучали? Скучали. Гулять пойдем? Все скучали? Привет. Привет. Привет, привет, мои котики. Скучали мои котики. Где мои маленькие? Лососина моя. Сухой сезон еще славен тем, что он сухой. И так как у нас вся вода в доме из колодца, то когда ее тут нету, купаться, мыться и так далее тоже не особо возможно. Так что сейчас брат немножко спустит насос. Может быть, у нас будет водичка, а то помыться хочется после больницы. А у меня Лёлику и девочке Драгонхрутик. Пойду дружить, а то забыли меня совсем. Да, Лёлик, забыл меня, какашка? Будешь? Кто у меня вредная птица? Будешь? Забыл. Не скучал нифига, не бойся. Или скучал? Скучал? Орал, говорят. Будешь вкусненько? Обиделся, что ли, не пойму? Ну, иди на ручки. Девочка, драгонфрутик. Да ну вас. Брат полез в колодец добывать нам воду. Говорит, сейчас, может, позовут среднего брата выкопать нам поглубже колодец. Чтоб водичка была. Да, Лёля? Смотри, какой у меня фруктик. Иди на ручки. Ну все. У нас опять любовь. Не улетай, подожди, я покажу, какая у нас любовь. За кусок драгонфрута у нас любовь, да? Ты такой у меня птиц. Скажи, не за кусок драгонфрута, нет. Нет, и вообще улечу. Улечу. Вот. Ну, короче, походу сломали насос. Сломался. Ой, как хочется помыться после душа. Ой, после больницы. Давай, хочешь об нам?
Говорят, как хочется волосы помыть, и мне хочется помыться. Но пока... Kin natural, говорит. Буду, да. Вот, пока брат разбирается с насосом. А мы с Лёликом. Лёлик такой вредный, обиженный. Ой, ты мой вредный, обиженный. Чё? Говорит, вроде только один раз капельницу ставили, потом просто перетыкали. А чё, говорит, там так много иголок, дырок от иголок. Может, просто когда ты не поняла, когда тыкали. А ведь ты. Это не на иголке совсем, но на силу. Это фон скач. Что моя птица? Кто моя птица? Соскучилась. Лена соскучилась, а птица что-то не очень соскучился. Кто Лию сегодня покусал, а? Кто сегодня покусал Лию? А тебе еды принесла, воды налить хотела, а ты взял и укусил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пин? Не, бодай пин. Бодай мою Лёленьку, не будем жарить. Что моя жопа? Кто моя жопа? Куда ты собрался? Куда ты собрался? Кто такой уже большой? Дети, вон, смотрите, выросли. Малюсенькие, так они быстро растут. Два дня, говорит, не видела, что, говорит, так выросли. Ладно, неинтересно ей мыши. Ну, повернись ко мне. Ладно. И у Влада какашка. Смотри, мышь тут. Влада реально неинтересно. Там вот что-то интереснее есть. Влад. Что, боец? Кто атакует Владу? Маленький такой. А там кто идет? Защитник, что ли? Люксин, иди познакомлю тебя, не? Смотри. Не будем. Знакомиться не хочешь, не будем. Люксин, ты давай иди домой. В итоге брат поехал, купил новый насос. Помпу эту. Да, Лая не дала ему купить самый дешевый, так что... Что там? Говорит, подешевле за 900, этот 1 300 000. Короче, у нас новая помпа. Ну вот, мы вернулись из больницы 2 часа назад, но пока продолжаем проводить время в гамаках и рядом.
потому что нету водички помыться и начать готовить. Вот, поэтому... Ну, все равно в гамаке лучше, чем в больнице. Давай. В гамаке лучше, чем в больнице? Uh-huh. Говорит, да и хорошо, что у нас даже комната, которая была, она не пахла больницей, поэтому... А то, говорит, я бы еще больше болела. Счастье, вода есть, мы помыты. Вот, Лай готовит себе какой-то китайский суп. Короче, жизнь продолжается. Все замечательно. Лай, скажи всем привет. Вот, всем спасибо за поддержку, ребят.